Друзья, вот такая у нас девушка. Она 3 года назад делала операцию. К сожалению, она уже через год увидела, что что-то не то. Вот я всегда говорю, почему мои коллеги, к сожалению, экспериментируют очень часто. Есть стандарт, друзья. Разрез должен быть исключительно на лодыжке, вот здесь, и в паху. Нет же, сделали вот здесь. Обратите внимание, сколько вен у нее здесь осталось. Да? И вот сколько здесь вен таких варикозных. К сожалению, вот я всегда говорю, переделывать сложно. От такого давления, видите, я совсем недавно выкладывал вот у себя в Телеграм, мужчину, и в сторис в Инстаграм, как у мужчины нога потемнела, он из Ленинградской области. Вот здесь та же самая картина начинается. На этой ноге пациент то же самое. К сожалению, здесь, опять же, вена, вот видите, она торчит, ей ничего не перевязали. Здесь на бедре только сделали лазер. Почему я лазер тоже не делаю? Здесь работал один тот же человек. К сожалению, фамилию не могу говорить, не хочу просто дискредитировать людей. Но я думаю, человек, если увидит, то на меня очень много коллег подписаны и узнает эту ногу. Вот, казалось бы, государственный центр, но делали платные услуги, правильно? Бесплатно делали. О, как! Бесплатно, ну, по крайней мере, хоть деньги не потеряли, хоть это плюс. Переделать здесь будет, конечно, крайне тяжело, но нужно делать операцию. Если, в принципе, пациентку вот это устраивает, тромбы не будут как таковые лететь в сердце и так далее. Вот, потому что в паху там что-то перевязал вам. Вот, посмотрите, обратите внимание, что творится в паху. Обратите внимание, вот это слева, вот эти варикозные вены паха, он не перевязал, это вот эти венки. Вот. И здесь устье, к сожалению, на правой ноге тоже надо было пересечь, и тогда таких проблем не было бы. Вот, к сожалению, не совсем сделана ни первая операция, ни вторая операция. И, к сожалению, вот такая нога. Делали в разное время, да, сначала одну ногу, сначала какую делали, правую, левую. Сначала левую, потом правую. Но, к сожалению, вот такая ситуация. Я надеюсь, конечно, что больше такие вещи он делать не будет. Вот обратите внимание, как стопа темнеет. Кстати, мужчину, который я оперировал из Ленинградской области, у него буквально на 2 сутки он ко мне пришел на перевязку, наполовину нога сразу посветлела. То есть, когда нога светлеет, это очень хороший признак после операции. Такие пятна могут долго держаться только после склеротерапии. Это норма для склера. Но для операции это не норма. Потому что бывают поверхностные венки, да, склер. Но если есть клапан недостаточно, склера делать категорически нельзя. Вам нужно делать на обеих ногах операцию. Вот как-то вот так. Все.